Всем привет, с вами Юля. Сегодня 25 сентября, суббота, и я начинаю организовывать мою новую рукодельную неделю. И сентябрь у меня такой, знаете, оказался очень урожайным на оформление, на завершение, и я решила еще кое-что оформить. И вот достала свои вышивки, свой рулон, да, сижу, вот его пересматриваю, выбрала некоторые вышивки небольшие, которые мне хотелось бы, наверное, как-то еще оформить, но я еще не определилась, что, как и сколько. Ну, вот, скорее всего, вот этого вот ангелочка нужно мне оформить. И вот эту птичку я хотела оформить в мешочек. Это будут оформления, скорее всего, у меня текстильные. Вот эти две. У меня есть идеи по поводу. Ну, конечно же, мой петух. Я его давно мечтала оформить в подушку. То я вот так скрутила, убрала. И будет лежать долго. И чего ждать, непонятно. Поэтому нужно его срочно отправлять к моим швее. Пусть она его тоже в подушку оформляет. Что у меня тут еще есть на оформление? Что можно еще оформить? По сезону. Такая красота. Подожди, я еще тебе пару я оформлю вас. А вот у меня тоже есть еще осенние тут журавли. Почему я их тоже никак не оформила? Очень они мне нравятся от чаривной мыти. Так, а как оформить? Шеф, у нас есть рамочка? Надо посмотреть. У меня, может быть, найдется рамка светленькая. Сюда бы беленькую рамочку и нормально. Но небольшая, кстати. Очень красивая работа. Я подумаю, что мне с ней можно сделать. Так. Иконы мои любимые, что еще есть? Шеф, что у вас еще есть? О, вот этот домик классный, но мне его пока вешать некуда. Не придумала. Девицы, круги. Так. А вот еще маленькие работы. Ну, пока я к ним не созрела. Так, ключ мой лежит. Тоже не оформленный. Лошадки любимые. Так, ну не знаю. Наверное, сильно много я всего уже на сегодня набрала на оформление. Я возьму вот эту работу, подумаю, смогу ли я ее оформить, что я придумаю с ней. Петух у меня отправляется в подушку. И вот эти две работы. Да, все, сейчас я их подутюжу, а то я разбирала в моем, мой уголок переместила с моими запасами и немножечко помялись работы. Нужно их сейчас сложить, подутюжить, скрутить в рулончики. Так, это у нас идет на оформление. Так, что еще у меня планируется на этой неделе? Ну и на этой неделе мне нужно стараться завершить ласковый май от чудесной иглы. Вышивать, конечно, здесь еще много. Давайте взглянем на схему. Вот с левой стороны нужно будет вышить Вот так. Здесь у меня вот эта часть не вышита. Тут колоски, цветочек и бабочка. Не знаю, сколько в крестиках, но достаточно много. Хотя шанс есть завершить эту работу. Все будет зависеть от моей загрузки. Есть полукрест, есть много бэкстича, много французских узелков. Вот они, видите. Вот в этих вот растениях нужно будет вышивать их. Люблю французские узелки, но это тоже время, поэтому не просто крест, нужно будет еще потом все это украсить бэкстичем и французскими узелками. Вот то, что у меня есть на сегодня. Нужно будет также перемотать основу, мне уже неудобно. Есть еще небольшой запас, поэтому я сейчас опущу основу и приступаю. Конечно же,
покажу вам в следующем включении, как развиваются у меня здесь события. Итак, сегодня у нас среда, 29 сентября. Да, 29 сентября. Хорошо, что есть календарь, можно подсмотреть, а то уже начинаешь теряться в днях. И, как вы видите, по крестикам у меня все готово. Я на выходных марафонила, в понедельник я вышивала. Вчера у меня был не вышивальный день, но все равно я успела. Я вчера довышивала, совсем чуть-чуть у меня оставалось. Оставался вот такой вот небольшой кусочек, и я его вчера вышивала долго. Наверное, усталость сказывается, знаете, устаешь от одной работы, и тем более на выходных я марафонила. Очень много я вышила за выходные. В начале, когда я начинала вышивать эту сирень, у меня все шло очень легко, но потом, наверное, устала, и вот эти все одиночки стали меня очень сильно напрягать, потому что это постоянная смена нити, закрепок целая куча. Я вам покажу потом свою изнанку. Вот эти бабочки, это тоже тут постоянная смена нити, и они такие маленькие. Вышел 3-4 крестика, меняем нитку. В общем, мне пришлось здесь потрудиться. Но я еще не делала бэкстич. Бэкстича здесь будет много. Давайте посмотрим на схемку. И он здесь, причем такой дробный, несчетный, этот бэкстич. Видите, в колосках, цветной. Его здесь будет очень-очень много. Вот внизу вот этот вот бэкстич, он у меня уже готов. Веточка, здесь выкладная нить, ваза, листочек вот этот здесь чуть-чуть и бабочка. Дальше центр у меня полностью пропущен. Тут тоже центр нет, и вот все вот эти колоски. Но я надеюсь, вам видно, да, сколько здесь бэкстича. Я единственное, что выполнила уже, это французские узелки. Почему-то я так соскучилась по французским узелкам и решила сразу их выполнить. Они выполняются двумя цветами, белым и темно-зеленым. И я прям в удовольствие их крутила. И вот здесь мне понравилось полукрест. И в этой области полукреста вышиваются вот французские узелки зеленым цветом. Вот здесь я немножко выполнила бэкстич, ну, буквально пару веточек, но в основном французские узелки. Мне понравилось крутить французские узелки. Вот тут у нас синие французские узелки есть, их совсем чуть-чуть. Вот, по-моему, больше нигде нет таких французских узелков, но нужно будет проверить. Ну и так как я сделала увеличение, давайте я вам покажу немножко поближе мои крестики. Что хочу сказать по поводу крестиков, по поводу ниток. Ниточки здесь, в общем-то, неплохие. По-моему, гамма, хотя нужно будет проверить на обложке, что здесь нам чудесная игла укомплектовала. Неплохие нитки, ими можно вышивать, но сказывается то, что у них очень слабая мерсеризация, у них нет такого блеска и гладкости, поэтому крестики, вот как ты ни старайся, они не укладываются. Вот в этом плане разница по качеству ниток сказывается, и ее можно углядеть. Вот, к примеру, Custom Crafts, там ДМС, там очень качественный ДМС, там крестики укладываются сами, получаются такие ровненькие, гладенькие, и даже постоянная закрепка ниток не создает какой-то рыхловатости, да, не знаю, вот полотно остается ровным. Обычный ДМС, который мы покупаем, оно тоже очень качественное, очень хорошее. Ну, вот здесь ниточки, они потускнее, попроще. Вот, ну, я лично вижу разницу в крестиках. Когда присматриваюсь, я понимаю, что они не такие ровненькие, как бы я ни старалась. Но если бы это была парковка такая, знаете, четко, то, конечно же, они были бы все равно получше. Когда вышиваешь по цветам и много приходится закрепляться, конечно, это тоже дает о себе знать. Но работа постирается, поутюжится, и немножечко они пригладятся. Хотя, вот имейте в виду,
Часто я слышу, что девочки говорят, постирается работа и крестики выровняются. Ничего не выровняется, поверьте, как вот он вышелся, так он у вас и будет. Не выравниваются крестики при стирке, мы же их хорошо пришиваем. Они никуда потом не убегут и такими кривыми и останутся. Ну вот единственное, что приутюжится и немножечко полотно как бы может сгладиться. Но вот с расстояния каких-то неровностей в крестиках я не вижу. Но с близкого расстояния я вам сделала большое увеличение, чтобы вы посмотрели. Вот с близкого расстояния, когда носом поводить, то можно увидеть, что крестики не такие гладкие. Я вот, к сожалению, не достала какую-то другую работу с более качественными нитками, чтобы вам показать и сравнить качество крестиков. Есть у меня рядом, но не под стеклом будет бликовать. Вот, но показала на этой работе, и я думаю, что у нас уже все опытные, все, в общем-то, прекрасно понимают разницу в крестиках. Ну и что мне сегодня предстоит? Бэкстич обязательно, может быть, я даже сегодня весь его не успею вышить, а мне останется и на завтра, но завтра 30-е, я тоже успеваю, у нас 1 числа отчет, поэтому все окей. Я очень рада, что я успела, девочки так рады, прям так вышивала, так упорно марафонила. Вот, сегодня я буду вышивать бэкстич, буду разбирать мои органайзеры. У меня вот такие вот здесь органайзеры для игл. Видите, приклеила просто ключ на эту основу, очень удобно. И паркую сюда иглы. Игл теперь вернется в мою коробочку много. Они постепенно уже возвращаются. У меня уже очень много игл. И нужно будет брать другую коробочку и их сортировать. Вот, смотрите, видите, сколько игл? А не было. Практически там у меня оставалось несколько штучек. Не было, нечем было вышивать. Вот, уже вернулись в коробочку. Дальше буду разбирать вот эти нитки. Ну, точнее, я их не перебуду, не перематывать. Просто выровняю и на этих планшетках также скручу, оставлю. И что еще у меня случилось? Я все-таки не смогла оставить эту помидорку в начатом состоянии. Я за нее схватилась, и я ее довышивала. Вот такая у меня красота получилась. Очень она симпатичная, такая яркая, прикольная. Бисер здесь такой красивый. Кстати, его было очень много, много осталось. Мне точно хватит на вторую работу. Вот бэкстич здесь, вот только это одна ниточка, а ну еще в наперстке есть бэкстич, французские узелки, маленькая, но очень насыщенная такая работа, изделие красивое получилось. Я сделала магнитик, с обратной стороны фетр, и внутри я вклеила магнит, чтобы он у меня не отваливался, вот как-то так. И можно даже и работу украшать, иголочки крепить на эту помидорку. Знаете, мне вот прям так и хочется взять и втыкнуть какую-нибудь иглу в эту помидорку. Мне кажется, что она прям вот настоящая. Такая она классная получилась, интересная, настроенческая. И, как я и говорила, я обязательно буду делать вторую помидорку в виде подушечки, чтобы она была вот именно такая мягкая, пушистая. И вот это сердечко, которое у нас здесь, ну, там нитки, украшений, я буду пришивать именно на подушечку. У меня бисер весь остался, поэтому будет вторая работа, две такие помидорки. Но она классная, мне понравилась, и она у меня на лампочке. У меня лампа с Икеи с металлическим держателем, и она вот там вот у меня держится. Так, у нас за окном на улице ведутся какие-то работы, скрывают асфальт, что-то там прокладывают, и постоянно приходится выключаться, очень шумно, боюсь, что эти все звуки попадут в кадр, и потом их никак не уберешь. Вот, значит, что у меня по программе? Сегодня вышиваю бэкстич, если все получится, завтра показываю вам готовую работу, если нет, то послезавтра будет готовая работа, потому что мне 1 числа нужно отчитаться. Дальше мой список с моими начатышами, как их много, ужас. Так, я здесь вписала вот 29 пункт Mill Hill, 23 начала, 27 у меня финиш.
Я его завершила. Теперь у меня опять 26 работ. Вот у меня стоят точечки. Это у меня ласковый май, моя чудесная игла. В общем, я потихоньку работаю, но, как видите, я также не забываю что-то начинать. Поэтому список у меня, в общем-то, как-то подрастает, увеличивается. Вот. И сейчас я посмотрю по времени. Если у меня все получится, если мне хватит немножко времени, потому что мне на работу нужно собираться, убегать. Вот. Если у меня хватит времени, я сейчас прям сниму обзор на вот эту красавицу. Это у нас Dimensions Rarity Gold коллекция Ангел элегантности. Хочу хотя бы забрать схему, чтобы сделать копию, начать подготовку. Так как мой ласковый май уже близится к завершению, ну, я думаю, можно себя порадовать вот таким дизайном. Я так за ним охотилась, так ждала, так мечтала. Откладывать в долгий ящик никак нельзя. К тому же, что на носу у нас что? Зима, Рождество, поэтому нужно вышивать рождественские, новогодние, такие вот праздничные сюжеты. Вот, на этом я завершаю это включение и увидимся с вами в следующем включении. Итак, настал тот момент, когда меня можно поздравлять и можно отвлечься от вышивки, поставить этому видео лайк, потому что я успела завершить мою работу. Сегодня суббота, 2 октября. Поздравляю всех с началом месяца. И я снимаю заключительное видео по моей рукодельной неделе. Вышивку я завершила 30 сентября и уже отчиталась в нашем УСП. Но вот сегодня снимаю, потому что в четверг, в пятницу не было возможности вечером сделать включение. Поэтому решила сделать это сегодня. И хочу показать вам полностью завершенную работу со всеми отделочными стежками, постиранную, поглаженную. Вот, пока мы будем рассматривать работу, я немножко расскажу по остаткам, по материалам и по каким-то нюансам этой работы. Сделаю, наверное, увеличение, чтобы можно было получше ее рассмотреть, и заодно, пока я буду вам рассказывать, вы сможете полюбоваться на работу. Итак, по схеме. Сама схема, в принципе, несложная по крестикам. Это тот редкий случай, когда я даже не зачеркивала схему. Обычно я со схемой так очень хорошо работаю, все зачеркиваю, отмечаю, хоть какие-то пометки делаю. Здесь мне не было никакой необходимости делать каких-то пометок. Схема легкая, по крестикам. Что касается отделочных стежков, бэкстич, французские узелки, выкладная нить, здесь, конечно, все было посложнее. Есть выкладная нить, она находится здесь в вазе, но она несложная, и в веточках вот здесь, в принципе, это было несложно выполнить. Здесь бэкстич, а вот здесь вот была тоже выкладная нить в вазе и вот эта веточка. Сложный бэкстич был вот именно в этих цветочках, он несчетный, дробный.
и в середину крестика, и вот по краешку. В общем, совершенно несчетный, и поэтому бэкстич вышивала целых 2 вечера, потому что сильно уставали пальцы. Все-таки вышивка плотная, здесь Аида, плюс еще крестики, и все это протыкать было непросто. Поэтому вот за 2 вечера я вышивала вот этот бэкстич в ландышах. Ну, получается, конечно, очень красиво, натурально. Мне прям очень нравится. Дальше. Бэкстич в колосках. Очень простой. Вот эти тоже цветочки вышивались просто бэкстич. Французские узелки я крутила с огромным удовольствием. Я их давно не крутила, поэтому здесь я просто отрывалась, сразу их накрутила. Бабочки вышивались, ну, сложно, кропотливо, да, как бы сказать, сложно нельзя сказать, но кропотливо. Когда идет часто смена нитки, и там 2, 3, 5 крестиков вышел, нужно менять нить, это утомляет. Ну и бэкстич тут цветной, 2 цвета. Вот эти бабочки тоже здесь, постоянная смена нити. Мне, конечно, вот когда идет такой участок, где часто приходится менять нить, устаешь. Хочется все-таки взять ниточку, как-то повышивать, а здесь раз-раз и меняем. Также здесь есть полукрест в 3, в 2 и в 1 нить белой ниточкой. Он здесь настолько гармонично идет с основой, что его он в глаза не бросается, но он создает именно тот эффект, который нужен, как какую-то вот такую оттенок небольшой придает этой работе больше объема и, ну, какого-то такого эффекта, да, интересного. Сирень, в принципе, вышивалась легко, несмотря на то, что здесь тоже идет разброс крестиков. Часто тоже нужно было менять нитку. Тем не менее, все это как-то интересно вышивалось, эта мозаика, поэтому я не могу особо пожаловаться. Да, в конце работы, когда я вышивала вот заключительный участок, такой фрагмент, я, конечно, его долго шила, устала, но, скорее всего, здесь сказывается усталость от самой работы, потому что, когда вышиваешь одну работу, он надоедает, и скорость начинает падать. Разбавляют весь этот букет вот эти голубенькие цветочки. Они очень яркие, нежные, в то же время такие маленькие цветочки красивенькие. Очень-очень симпатично все смотрится. Ну, низ работы я вам часто показывала, еще раз покажу. Здесь много полукреста, фон, ваза тоже полукрест, вышивается легко. Ну и вот здесь листочки, цветочки, бэкстич. Почему у меня такое впечатление, что у меня здесь не хватает какого-то бэкстича. Нужно проверить. Да нет, все вышило. Ничего не пропустила. Угу. Вот. Просто его так много, и он цветной, и из одного цвета переходит в другой, что можно запросто потеряться, что вышито, что не вышито. Вот такая у меня работа получилась. Я довольна процессом, довольна итогом. Я рада, что я не заменила здесь основу на равномерку, потому что здесь такой серый цвет, и в принципе этих дырочек от основы не видно. Основа вышивку держит хорошо, да, она плотная, не перекосила ничего, когда я постирала. Все у меня ровненько, все аккуратненько. И что еще здесь можно сказать? Единственное, края у меня были не обработанные, немножечко она посыпалась при стирке. Вот нужно не лениться, да, когда она новенькая основа, она жесткая, а потом стирается, становится мягкой. Стала, кстати, очень-очень мягкой основой. Если вот кому-то не нравится жесткая основа в наборах «Чудес на глаз», можно постирать, будет очень мягкая. Но я люблю вышивать на жесткой на самом деле. Не на супер жесткой, но вот достаточно такой вот плотненькой. На мягкой не люблю вышивать. Вот сейчас она стала очень-очень мягкой. И, ну, в принципе, она уже все завершена, для оформления готова. Единственное, что пока оформляться я не буду.
потому что, ну, может быть, я оформлю, не знаю. Пока, наверное, нет. Есть какие-то другие у меня планы. По изнанке, ну, изнанка у меня далеко не идеальная, далеко не очень аккуратная, потому что постоянные закрепки, вот где полукрест еще вот более-менее, а дальше уже постоянные закрепки. При том, что я начинала вышивать эту работу на топ-эксе, на цепи, и не было доступа к изнанке, поэтому в каких-то моментах приходилось даже вслепую закрепляться. Но потом, когда уже переделала на станок, уже стало, конечно же, полегче доступ к изнанке. Поэтому изнаночка, она у меня вот такая вот немножко такая. Но нужно ее, конечно, стараться улучшать, эту изнанку, работать. Покажу вам обложку. Вот смотрите, один в один с обложкой, да? Видите? Молодцы. Есть производители, которые вот обложка часто отличается от итога за счет того, что, наверное, они обрабатывают, ставят какие-то фильтры, обрабатывают фотографию. Вот. Но здесь достаточно все очень схоже. Единственное, что сирень немножко здесь другого оттенка. Так, в целом картинка соответствует. Итог соответствует картинке. По ниткам. Нитки у меня все остались за исключением номера 4. Я вам показывала. Закончился у меня этот цвет. Но его, кстати, больше не было. Мне его всего хватило. Этого цвета. Я уже не помню, где он вышивался. Может быть, вот здесь в ландышах. Вот эти вкрапления желтым. Вот. Остальные нитки все остались. Нитки неплохие, но не могу сказать, что и прям вот я ими очень-очень довольна. У них слабая мерсеризация, но вышивать ими можно. Вот эта нитка такая вот серенькая, она прям самая ужасная. Здесь их два цвета ужасных. Вот они, наверное, и видны вам. Они здесь размахрились, они такие были, в принципе. И они периодически перетирались, рвались. И такие вот эти две ниточки, номер 35 и 37, они совсем плохого качества, я бы вот так сказала. Так, вот у меня бликует лампа, как вам их показать. Ну вот так, наверное, видно, вот видите, какие они лохматенькие. Лохматенькие, страшненькие. Но мне их хватило. Я переживала, что из-за того, что идет большой расход, мне их не хватит. Нет, всего хватило. Небольшой запас, но тем не менее можно вышивать. Конечно, не там не разбрасываться нитками, но можно спокойно вышивать. Всего-всего хватит. Ура! У меня финиш, и, конечно же, его нужно зарегистрировать в моем списке, что я и сделала. Вот чудесная игла, ласковый май. 30.09. у меня произошел финиш вечерком, да. И у меня получается в сентябре месяце 1, 2, 3 финиша. Я молодец. И есть у меня один уже старт. Это Dimensions Ангел Элегантности. Я вам, конечно же, сейчас все покажу, все расскажу. Вот. И с обновленным списком у меня опять начатых 26 процессов. Вот, что ты будешь делать? Вышиваю и что-то начинаю. Нужно как-то ускоряться больше в завершении, чем в стартах. Потому что список растет, нужно работать с ним. Вот, до конца года я буду с ним работать, а на начало года я составлю еще один список, по-другому немножко. И опять же буду с ним работать. Мне нравится, наглядно видно, что у меня в процессе, но я себе ставлю какие-то точечки, наметки, и самое главное, что выбыло, что пришло. Вот, и остаток по процессам, иначе начинаешь забываться, теряться, что там я начала, сколько у меня процессов, потому что процессов у меня теперь очень много. Я делала летние старты, причем я не все начала, что хотела,
Но то, что я начала, это уже много, и нужно с этим работать. Ура! Финиш состоялся, все случилось, все замечательно. И также я хочу показать вам оформленную работу, оформленную, переоформленную. Итак, это мои курочки, набор фирмы Dimensions, оригинальный набор. Вышивала очень давно, по-моему, даже в 2017 году, я уже не помню, все, вот он у меня в рулоне лежал-лежал. И в этом году я так как-то взялась за мои работы и пытаюсь их оформить, что-то с ними сделать. Первое оформление была более такая яркая рама. В принципе, было тоже симпатично, но вот знаете, что-то мне не нравилось, и я хотела переоформить. Мы искали другой вариант, поспокойнее, может быть, в бежевых тонах. Мне девочки советовали что-то другое, но знаете, в этой багетной мастерской выбор совсем-совсем маленький. У нас дело в том, что вообще люди мало оформляют чего-либо, а вышивку так вообще не оформляют. Я там одна такая, кто оформляет вышивку. Поэтому и ассортимент все меньше и меньше, а оформляться как-то хочется, поэтому вот приходится мириться и выбирать из того, что есть. Поэтому я вот покрутилась-покрутилась и просто выбрала вот такую рамочку, тоже в красных оттенках, но она немножечко потемнее и есть вот внутри вкрапления темные. Больше мне кажется, подходит и к паспарту, и к курочкам, к гребешкам. Как-то мне кажется, получилось немножко посимпатичнее. Ну, мне нравится. Мы так подумали, посоветовались, посмотрели с нашими возможностями, что есть, и решила я оставить все так, как есть. Ну, вот такие курочки симпатичные. Очень я их люблю. Такие они классные, такие настроенческие. С чайком или с кофейком, наряженные, накрашенные, красавицы. И вот такой вот у нас здесь получился багет, такое оформление. Вот. Размещу где-то у себя над рукодельным столом. Будут меня развлекать, поднимать настроение. Так, и, ну, как вы понимаете, у меня состоялся все-таки еще один старт, очень для меня долгожданный. Отключаюсь на секундочку и показываю, что там да как. Ну, и, как вы понимаете, новый старт – это Dimensions Gold коллекция, серия «Рождество», раритетный набор «Ангел элегантности». Вот такую красавицу я буду вышивать в подготовке к Новому году. Ну, я на Новый год не сильно украшаю дом, но вот настроение создавать вышивки я люблю. Размер работы будет 35 на 40 сантиметров. Вышивается у нас эта работа на аиде 18 каунта. Набор раритетный, очень-очень старенький, не знаю, ему лет 20, наверное, точно есть, а может и больше. И основу я решила здесь оставить все-таки родную. Посмотрела я по своим тканям, я вот ничего такого хорошего не придумала, чем можно ее заменить. К тому же здесь большой отрез, и если честно, я немножко боюсь менять на какой-нибудь лен, что-то такое мягкое, потому что здесь все-таки будет плотная вышивка, будут сложения в 5 нитей. Ну и я решила оставить аиду. Я люблю вообще аиду, я для себя поняла, вот мне комфортно на ней вышивать. И ну, решила не рисковать и оставить все как есть, все оригинальное, все натуральное. Вот. Также снимала видео о подготовке этого процесса, о разборе ниток. Просили девочки снять, показать. Это видео выйдет, наверное, чуть попозже, потому что там оно будет больше влоговым. Все, я записывала все этапы, поэтому оно будет большое, ну, большое видео, влоговое видео под вышивку. Вот как-то так. Показывала, как я разбираю нитки, как готовлю все мои этапы. А здесь я уже показываю, на каком этапе находится мой процесс.
Аиду я натянула на мой станочек. Станок еле-еле помещается в кадр. Он достаточно большой, но здесь рама стоит на 50 сантиметров, плюс еще там его основание. Вот он еле-еле помещается в кадр. Какие я процедуры делала с Аидой? Да практически никаких. Самая основная процедура — это разметка. Дело в том, что здесь Аида молочного цвета, она все-таки не белая. На картинке смотрится, вот она прям смотрится прям белоснежная, но на самом деле она молочного цвета, не такая белоснежная. И я решила не пользоваться маркером, так как основа уже старенькая, сколько лет она лежала в наборе, и вообще не знаем, где и сколько она лежала на складах до того, как пойти в набор. Я решила не рисковать, чтобы не остались от маркера какие-то следы, точечки, еще что-то, не дай бог, полоски. Вот, я решила сделать разметку мононитью. Я попробовала на моей чудесной игле. Мне понравилась эта разметка, я хорошо ориентируюсь, и она хорошо вытаскивается потом даже вот из зашитых участков. Поэтому я немножко посидела и сделала себе разметку. Вот такой блок для начала мне, в принципе, достаточно. Но хотя по схеме начинается вышивка не с самого-самого низу, а видите, есть такой отступ. Я так понимаю, потому что вот с левой стороны будут вышиваться у нас вот эти вот звездочки, и они учитываются по схеме, да? Вот. Поэтому есть такой отступ. Конечно же, от разметки и ниже есть еще отступ. Достаточно много оставлено воздуха. Вот, и я приступила. Вышиваю я снизу вверх. Для меня так комфортней, я привыкла. Потихонечку буду идти наслоениями. Конечно, внизу будет очень много работы, потому что юбка-то у нас внизу самая-самая широкая, поэтому мне, пока я доберусь до девушки, тут нужно будет вышить. Представляете, сколько на основе вот такой огромный кусок этой юбки. Но ничего, юбка здесь самая интересная. Для меня самое интересное вот эта шубка. Она здесь такая натуральная, такая пушистая, объемная. Я прям завидую этой красавице, какая красивая шубка. Вот, и буду ее вышивать. Что еще я здесь делала? Я сделала копию схемы обязательно, цветную. Вот уже отметила тот участок, который я вышила. Схема на первый взгляд совсем несложная. Много креста, мало совсем полукреста, каких-то еще стежков. В основном все крестом вышивается. И здесь такие хорошие участки, которые зашиваются крестиком. Совсем мало каких-то вкраплений, где нужно часто менять нитку. Вот даже на начальном этапе я беру нитку и в основном я ее полностью вышиваю. Все очень, как бы, на первый взгляд комфортно, не сильно сложно. Будет очень много белого цвета в платье, в крыльях, в шубке. Много-много белым цветом нужно вышивать. Вот, поэтому, наверное, здесь и основа такого молочного цвета, чтобы совсем не сливались какие-то участки. Потому что вот и крылья у нас, да, они не белые, они серые здесь. Но будет там и белый цвет, бело-серые. Все равно будет какой-то контраст. Так, что еще у нас по этому процессу? Единственное, по схеме еще добавлю, что здесь очень слабо нанесена сетка. И мне нужно будет посидеть и почертить эту сеточку, потому что вечером, когда вышиваешь, немножко теряешься в разметке. А для меня это очень-очень важно. Ну и перейдем к ниткам. Я думаю, что кому-то вот именно этот момент, он очень интересен, очень важен. Я сделала разбор на родные бумажные органайзеры. Мне было сложно сориентироваться, как мне нужно организовать этот процесс. Хотела просто вот разобрать нитки, подписать, посмотреть, что у меня да как получается. И я вот вчера сидела и делала разметку, подписывала значки
подписывала значки, чтобы посмотреть, каким цветом что вышивается. Но в основном здесь крест. В основном крест, есть совсем чуть-чуть два бленда, совсем чуть-чуть полукреста. Я сразу подписывала, где вот крест, где полукрест. Вот, ну, такие у меня каракули. Вот, мне понятные. А, я забыла зеленый значок подписать. Вот видите, спешила, так хотелось начать. Черные, синие, красные значки я нарисовала. А вот смотрю, а здесь зеленые значки должны быть. Я их как-то пропустила. Видно, зеленую ручку не нашла и сразу как-то не сделала, не подписала. Ну ладно, это я сегодня исправлю. Вот эти вот два момента. Зеленые значки разметить, сетку нанести. Вот. Ниточки здесь вот такие у нас, всякие разные. Ну, посмотрите разбор ниток в отдельном видео. Что еще по организации? Ну вот, я сделала себе свой любимый паркощик игл. Приклеила, вот с обратной стороны была чудесная игла. Все, а с этой стороны приклеила Dimension. Знаете, вот я снова, они такие практичные. Их можно вечные, можно ими пользоваться. И очень классно паркуются здесь иглы. Я вот уже давно пользуюсь вот этим материалом упаковочным на двухсторонний скотч. Приклеил ключ и паркуешь себе значки. Не нужно рисовать, не нужно путаться, теряться, там где, куда припарковал. Вот оно все есть. Вот. Но я пока буду вышивать так. Мне кажется, я удачно и комфортно для себя сделала организацию. И пака мне не понадобится. Может быть, пака у меня пойдет для какого-то другого процесса. Ой-ой-ой, еще старты, Юля. Не заглядывай вперед, не забегай вперед. Вот. И мои первые впечатления по вышитым вот этим вот крестикам. Первые впечатления самые-самые приятные. Основа очень податливая, мягкая. Ниточки, вот те цвета, которыми я вышивала, очень мягенькие. Вышивать ими приятно. Я вот очень боялась, что будут гнилые нитки. Знаете, вот что-то вот такое, набор-то старый. Но нет, нитки достаточно хорошего качества. И набор хорошо был сохранен. Прямо я вот благодарна хозяйке за бережное хранение, соответствующее материалам, да, то есть там ни влаги, ничего, вот все здесь очень-очень хорошо, и вышивать было очень приятно этими ниточками, нет каких-то дискомфорта, нет каких-то проблем, нитки хорошие, лучше, чем у чудесной иглы, но, конечно, до ДМС не дотягивают немножко. Они немножко потоньше и тоже такая не очень хорошая мерсеризация, блеск. Но они мягкие, по крайней мере, они мягкие. Они не такие вот жесткие, как у гаммы, где есть прям нитки, похожие на швейные какие-то цвета. Не настолько похожи, но вот они ходят более в жесткость, какая-то там такая скрутка. А эти мягенькие ниточки такие хорошие, как будто их в кондиционере прям прополоскали, и они очень приятные в работе. Вот, дальше буду продолжать вышивать этот процесс. Ну, сколько сил у меня хватит, я буду его шить. Ну, а вообще о планах поговорим с вами в следующем видео. Подведем итоги сентября, поговорим о планах на октябрь. А на этом у меня все. Вот такие итоги этой рукодельной недели. Я очень довольна, очень рада. У меня есть финиш, у меня есть оформленная работа и старт. Ну, лучше просто не бывает. А, ну и, кстати, не хватает в этой композиции еще, конечно же, и помидорки, которая завершилась на этой неделе. В общем, все очень удачно, все замечательно. На этом у меня все. Напоминаю, что у меня появился Facebook, я есть ВКонтакте, в Инстаграме. Заходите, будем дружить, будем общаться. А на этом у меня все. Желаю хорошего настроения, до новых встреч и всем пока-пока.